Хрена себе, ну-ка. Так, ладно. Я хотел, да, посмотреть, что у нас. Какой сюрприз. Вы что, хотите меня окружить? О, сейчас засажу в этот глазик. Кое-что такое большое. Большое и взрывчатое. Взрывчатое. Ну вот. Здравствуй, Ридли. А что, уже босс? Я не готов морально. Погодите еще пару секунд. Ладно, будем сейчас хуярить из всех стволов. Так, иди сюда, шлепа. Отпусти, падла. Ну-ка, как тебе мой скрю-атак? А? Как тебе мой скрю-атак? Ну, похуй ему вообще на скрю-атак. А чё ему ничего не становится, я не понял. Может, его в пасть надо стрелять? Чувак. Может, его пауэрбомбу надо? Я вот реально не помню, блядь. Чувак, как тебя бить-то, блядь? Может, я этой хренью зацепил? А, да точно, его въебище надо. Вот, сейчас опять. Сука, эти ракеты так быстро кончаются. Ладно, обычно пошли херачить. Блять, как зенитная ракетница. Зенитная установка град стреляет. Давай, мри уже. Падла. Ну-ка. Я зенитная установка град. На. Да ты, тварь, отъебись меня. Скажи, это ты сюда приперся, не я. Ну, опять все похер, а нет. Да блин, живучий сучарло. У меня уже ракеты кончаются. Жесть, у меня уже палец устал стрелять. О, я убил его! Да! Фу! Шлепок, будешь знать, как связываться со мной. Как в залуп лезть мне. Фу, жесть, блин. Какой он капец. Ладно, все, я пошел. Фу. Это склянка с метроидом. И она пустая. Ох ты, ёшкин кот. О, нихрена себе. Энергетический бак. И сейчас вся энергия пополнится. Да, отлично. Фу, что-то я устал даже немножко. И на том спасибо. Ладно. Возвращаемся назад тем же макаром.
Есть какой-нибудь короткий путь возвращения назад? I think no. Ну что ж, впереди самый последний босс. И эпичное бегство с планеты. Опять эти два ублюдка. Идите в жопу, я с вами не хочу играть. Не, дела. А вы-то развлекайтесь. Смотрите свой телевизор. Эй, давайте, опускайся. Скорый лифт из ада. Так, где... О, это я удачно залетел. Чё, чё там? Телефон что-то показал. Скорый фирменный поезд из ада отправляется. Отправляется со станции с пути номер один. Это тупик, дамы и господа. Я хочу уже свалить отсюда, мне некомфортно. Так, как тут по-быстрому? Что-то подозрительно. Да ни хрена. Ой, я открыл дверь. Закройте дверь, дует. Фиолетовый, серобуро-малиновый. Нереальный какие-то серобуро. Че? Так, надо обязательно записаться. Не хочу сдохнуть. Не записавшись. Да, пожалуйста. Так, ну, до конца стрима еще где-то 7 минут. Поэтому я, пожалуй. Я, пожалуй, доберусь так высоко, как смогу. Потому что нужно возвращаться обратно в Бринстар. К статуе с боссами. И там откроется проход. Финальный босс. Там не так жутко, как тут. Так, а вот сейчас как раз я могу воспользоваться этим выходом. А то что-то, блин, через низ переть меня вообще не прет. Раньше времени попёр отсюда. Камень въебало прямо ему. Влепился и разбился. Потому что этого чувака еблище прям просто... Оно ещё твёрже, чем камень. Нет выхода. Есть только вход. Обожаю кататься по горкам. Скоро фирменный поезд из ада отправляется с платформы номер один. Thank you.
еще мне нравится, когда в кино сидишь, ждешь сеанс своего. Мы ждали у нас. Уважаемые телезрители, до начала сеанса остается 10 минут. Просьба не курить и не сорить. Соблюдать порядок и чистоту. Сеанс начинается. Ну, если 10 минут остается, он еще не начинается, конечно. Но когда начинается, вот это самое крутое. Все, я всех порвал, я сваливаю отсюда. Мне нужно в Бринстар. Ну, чем мне нравится Skyrim? Да блин, ты чё тыква долбанная? Так это тем, что когда проходишь локацию, там можно очень быстро съебать из нее. Просто сразу выход дается. Это очень круто. Это мне нравится. I like it so much. Просто бомбанул эту планету с орбиты ядерной боеголовкой и все. Назад собираем призы. И назад. Бац! Можно вылететь, короче, в дверь на спидбустере. Только дальше следующей комнаты не пролетишь. Там записались, сам записались. Еще успею дойти до Бринстара. А, у меня телефон разрядился. Че такое? А, похер. Такое ощущение, как будто коктейль взбивают в миксере, в шейкере в каком-то. Я приехал. Хай. Я изделил. Маридия немножко охладится. Охладить свой пыл после... Ой, огромные. Не, я через нее не пойду, че я дурак, что ли. I'm not stupid. Может быть, я и потерял память, но я не дурак. Способ более надежный. Фак. Даже не помирается лучше. Блин, я думал, сейчас вальнусь нахер. Ну и напоролся на шипы. Вот и подошел к концу мой стрим. Спасибо всем, кто смотрел его. С вами был Лаки. Всем спасибо, всем пока.